Нас разъедает болезнь. Как кислота она подступает к горлу, оставляя после себя лишь горечь. Она поразила всех вас, сидящих за этим столом. И только признав недуг, можно надеяться на исцеление. Как вы это объясните? Очевидно, он сошел с ума. И мы того же мнения. Вы должны слетать в Швейцарию, привезти мистера Пемброка обратно. Мы здесь предлагаем процесс полного очищения. Вдали от стрессов современного мира. Вы собираетесь забрать мистера Пемброка с собой в Нью-Йорк? А это проблема? Он здесь пациент, а не пленник. Вам нужно лекарство? Нет, я уезжаю сегодня. Отсюда не уезжают. С возвращением, мистер Локхарт. Признаков сотрясения нет. Истощение иммунной системы. И я могу предложить вам лечение. Считайте, что это очищение разума и всего организма. У некоторых оно сопровождается галлюцинациями. Но это лишь побочный эффект вывода токсинов. Здесь живет тьма, что чернее ночи. Это было 200 лет назад. А это происходит сейчас. Ты сказал, отсюда не уезжают. Что это значит? Я видел трупы! Послушайте себя. Вы явно нездоровы. Вы хотите убедить меня, что я сумасшедший? Хала! Что происходит со мной? Это все часть терапии. Вы лечите то, чего не существует! Примите свой диагноз, и вы увидите... Здесь просто чудесно.